Всем hello, вы на канале Мой Флакон, меня зовут Слава. Добро пожаловать на наш парфюмерный канал. Это видео будет распаковка. У меня сегодня день рождения, юбилей, 35 лет. И Сергей подготовил для меня такой большущий birthday календарь. А здесь 12 подарков. Я преобладаю в таком шоке. То, что целая коробище. Я с нетерпением жду открыть и посмотреть, что же там Сергей подготовил для меня. Это будет парфюмерное, конечно же, я так понимаю. Также перед этим видео я распаковал подарок от нашего дорогого друга Владимира. Владимир прислал грандиозную фантастическую коробку с подарками. Там и не только ароматы, там еще и мыло, и книга даже парфюмерная, которую я в ближайшем будущем буду читать и изучать. Большое тебе спасибо большое, Владимир, за такой сюрприз, подарок. Мне безумно-безумно приятно, так что ожидаю ответный подарок на твой день рождения. Также я свой день рождения начинаю сезон шампанского и мандаринов. Вот, я вчера перед днем рождения искал самые лучшие мандарины, наверное, обошел магазинов 3, чтобы найти вкусные, хорошие мандарины. И вот нашел самые-самые, наверное, идеальные. Но здесь это местные, я так понимаю, грузинские мандарины. Много-много таких белых прожилок, но он зато очень сладкий и без косточек. Так что вы тоже уже заварите себе чай, кофе, чтобы посмотреть эту такую праздничную для меня распаковку. Мандарин я люблю. Очень сладкий, вкусный мандарин. Вот. Ну что. Большое спасибо Сергею за такой подарок. Большой birthday календарь. Календарь днем рождения. Обычно сейчас вот как раз таки календари актуальны перед Рождеством, Новым годом. И здесь все пронумеровано. Здесь у каждого подарка есть свой номер. Я пойду с первого подарка. Здесь вот цифра 1. Так, наверное, подвину немножко. Вот здесь все запаковано. Сергей мне сказал то, что он этот мой birthday календарь готовил долгое время, примерно там месяц, как минимум, я так понимаю. Вот, ну что, давайте с первого начнем. Для меня это все волнительно, в новинку, так как у меня юбилей в этом году, 35 лет, я решил записать видеообзор, распаковку. Так как я особо вот немного стесняюсь такие видео, подарки распаковывать на камеру. Так, и это. Дубай Шоколад Бар. Это одна из известных шоколадок. В данное время это какой-то тренд на дубайский шоколад. То есть там должна быть такая зеленая начинка. И там прямо этой много-много начинки, ее она такая толстая шоколадка, разноцветная. Я бы хотел бы как раз таки попробовать эту шоколадку на камеру и сказать свое мнение. Потому что я очень много видео попадались мне в рекомендациях, обзорах про эту дубайскую шоколадку. Интересно, где она сделана? В Дубае или нет? Вот. Где она сделана, неизвестно. Наверное, это... Ну, я думаю, это дубайская. Так. Вот так шоколадка выглядит. Она с какими-то такими разноцветными вкраплениями. Такой стандартный классический стиль дубайской шоколадки. Давайте вот ее на камеру. Она прям немножко тает даже. Уже в руках. Посмотрим, есть ли там вот эта начинка. Да, вот эта вот начинка зеленая. Как раз цвет моей футболки под начинку дубайской этой шоколадки.
Ну что, буду пробовать. Она хрустит. Тоже здесь хрустящая. Это фисташка. Я думаю, здесь фисташка, орехи. И какая-то такая стружка. Наверное, это вот... Но это не кокосовая стружка. Это вкусно. Дубайская шоколадка прям вкусная. Она в меру сладкая. Начинка такая немножко подвытекла даже. Я бы знал, что здесь будет шоколадка, я бы подготовил бы кофе. Ну, это все сюрприз. Большой сюрприз. Оставлю Сергею. Тоже Сергей не пробовал, я думаю, дубайскую шоколадку. Вкусно. Если вы встретите дубайскую шоколадку, обязательно попробуйте. Это вкусно. Это вот что-то хрустящее внутри. В меру шоколад вкусный, такой молочный. И что-то какие-то вот такие фисташковые. А, фисташка, кремовая начинка. И она такая хрустит еще. Что такое хрустяшки? Может быть, это вафельная какая-то стружка. Ну, я люблю вафлю. Это такое сочетание вафельного торта, но только он такой молочно-шоколадный и фисташковый внутри. Ну что, второй вариант. Мне это очень понравилась шоколадка. Спасибо большое, Сергей, за знакомство с дубайской шоколадкой. Не знаю, где Сергей вообще ее нашел. Я удивлен. Второй подарок. Цифра 2. Что-то здесь тоже такое. Что-то белое. Мне кажется, это какой-то блокнотик. Это получается тоже книжка Upper Distance. Здесь изображена такая девушка, такая акварельная. Это ноутбук 2021-2022. Вот, ну, там такие изображения с ароматами Upper Distance. Я как знаю, ароматы Upper Distance мега дорогие. Вот, ну, мне будет интересно познакомиться с... как выглядят их флакончики, вообще концепция, чем вдохновлялись парфюмеры при создании ароматов. Такая красивая записная книжка. Следующий подарок. Спасибо, Сергей, за такой сюрприз. Третий. Он в таком уже более блестящей коробке новогодней. Такая блестяшка. Красиво все. Тоже все Сергей запаковал. Все так и сделал аккуратно. Как и у Владимира. Владимир там тоже. Если вы посмотрите видео Владимира, я прям рекомендую его посмотреть. Там все так интересно запаковано. Все, все красиво. Там как раз такие выглядят и коробки флаконов. Я там показал. И свечка, и сама книжка. Так, это получается Upper Distance Master Parfumes. Это, я так понимаю, наверное, travel set. И здесь тоже, кстати, в этой коробочке находится... Есть такая, смотрите, такой вкладыш, он такой матерчатый и мягкий. Прикольно. Тоже вот эта девушка изображена, которая и вот на записной... на блокнотике. Это какая-то как будто уменьшенная копия, понимаю, да. Здесь уже прям изображены флакончики, вот. Красиво все это буду разглядывать, сохраню. Да, и вот здесь ароматы, такое, все ароматы от Upper Distance. Кстати, такая мечта была, обозреть их ароматы, разносить, поизучать, потому что ароматы очень-очень дорогие. Вот такой набор как раз-таки, это отличный вариант познакомиться с дорогими ароматами.
поразнашивать, понять, что это такое. Вот, и здесь такой мешочек, такой маленький, для флакончиков, которые, я так понимаю, понравятся, и можно их взять с собой, там, на работу, в офис, в дорогу куда-то. Красота. И он уже так немножко пахнет. Приятно. Но не сильно. Ничего здесь не протекло. Да, это прям сюрприз. Spory Distance. Как раз начну свой Новый год с изучения этого бренда. Так, это был третий, четвертый подарочек. В таком зеленом. Зеленый уже. В таком пакетике. Тоже все запечатано. Что же здесь? О, здесь. Так как я люблю марку iPhone, и здесь Сергей подготовил для меня новые чехольчики для iPhone. Прозрачно-зеленый. Прикольно. Как раз таки мой уже чехол уже немножко покорябался, и ему уже 2 года, чехлу и телефону. Я считаю, что вот эти оригинальные чехлы от Apple для айфонов, они делают очень-очень качественные, особенно стекло. Вообще стекло тьфу-тьфу не корябается, не отходит, идеально просто наклеивается. Его даже не видно на телефоне. Так, вот такой чехол. Интересно даже достать. Какой-то кибер стайл. Что-то здесь, подставочка какая-то. Непонятно, что это. Прикольно. То есть камера защищается, не царапается. И сам телефон полностью защищен, и можно его поставить на стол вот так. Когда, например, я смотрю какие-то видео, работаю, да, с программами, которые на телефоне. Ну, прикольно. О, интересно. И третий чехол, это я как раз таки думал о новом чехле себе, чтобы купить. Хорошо, что не купил. Такого серого цвета. Он такой как начерчатый, как будто это какая-то ткань. Только такого серого приятного цвета. Она прям приятная на ощупь. Класс. Сергей, спасибо большое. Наверное, эти чехлы как раз мне на ближайшие 3 года, потому что я не планирую продавать или там менять себе мой телефон, меня полностью устраивает. У меня 14 Pro Max iPhone, и он работает как швейцарские часы, идеально. Дальше, это был 4-й, 5-й. 5-й пакетик, такой уже черно-белый. Здесь носочки. Как раз у нас зима, холода, морозы скоро будут, да. И вот такие теплые носочки мне как раз таки пригодятся. Это какой-то бренд Hiking Lightweight. Бренд размер medium. То, что они сохраняют тепло, антивлажные, то есть будет нога не промокать в дождевую погоду. Что-то такое прям очень интересное. Какие-то современные носки. Ну что, дальше. Нас как долго не будем останавливаться. Это был 6-й пакетик. Вот, 6-й такой синий пакет. И здесь аромат Gelette Matte от
Парис. Так, я вообще на самом деле что-то я немного не помню. Я что-то говорил про этот аромат. Называется Aqua Sectius. Ну что, посмотрим. Как раз распаковка, кто любит распаковывать парфюмерию. Вот это самое то, тот момент распаковки. Я, если честно, не помню, как пахнет этот аромат. Вообще, здесь экстракт де парфам 20 миллилитров, приятнейший, такой тактильный материал в коробочке. О, и вот такой travel флакончик. Вот такой оригинальной формы. А сверху он такой немножко расширяется. Так он выглядит. Ничем не пахнет с пульвика. Несу. Это пахнет. Это немножко в стиле такой Black Afghan, какой-то подкопченные деревяшки. Да, это прям вот ут с какими-то, может быть, хвойными породами дерева. Это прям. Здесь вот нет вот этой животности, которая есть в Black Afghan. Он немножечко даже замыливается. Ну, вот этот travel флакончик прям. Это вообще первый аромат у данного бренда будет теперь в коллекции. Потому что до этого я как-то особо не обращал внимания на их ароматы. Я знаю то, что они хорошие ароматы делают. Но чтобы так вот подойти, очень, как сказать, подробно изучить их всю коллекцию, у меня такого не было желания. И вот это прям хорошо, это мне прям нравится. Это вот один из ароматов, которые на тему вот этого подкопченного дерева уда. Это вот а-ля Fortis от L'Écuyer Maginet. Это Black Afghan от Nazamata. Это хорошо. Но только как будто, знаете, это более свежее. Это более такая свежая и напряженная версия. Это вот, которое вы сможете спокойно надевать в офис. Люди не будут шарахаться и не говорить такое, что на тебе надето, так, что ты на себя нанес такое прям очень сильно пахнущее. Это люди с таким ароматом не будут говорить. Он такой очень деликатный, более свежий. Хорошо. Буду тоже с этим ароматом более ознакомиться подробно, как он раскрывается на коже. И, возможно, в нашем телеграм-канале или в будущих наших видео я подробно про него расскажу. Так что подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, если вам интересно вообще наш контент, потому что лайки они продвигают в рекомендациях системы YouTube, и многие люди могут также увидеть наши видео. Ну что, следующий пакетик, он будет под номером 7. Это прям такой один из самых больших пакетиков, которые здесь есть. Ну что же там? Сергей, конечно, заморочился. Ой, ой-ой-ой, это прям большущий-большущий сюрприз. О да. О да. Это Лего. Так как я очень люблю что-то строить, вообще я закончил университет. На профессию я проектировщик промышленных зданий и гражданских зданий и сооружений. И я люблю что-то проектировать, строить и там какие-то проекты, чертежи, раньше этим занимался.
И в свое свободное время мне нравится строить здания из Лего, из конструктора. И вот Сергей, я недавно захотел что-то Биг Бен, найти Биг Бен, что-то какие-то английские сооружения. И я долго искал по всем магазинам, ничего не смог найти. И вот Сергей нашел Лего, коробку Лего, архитектура, здесь Биг Бен. Получается национальная галерея. Это вот это белое здание, национальная галерея. Также здесь есть и колонна Нильсона на этой галерее. Сами часы эти известные на весь мир, это Биг Бен. И вот это колесо, это Лондон Айр, лондонский глаз, да, в переводе. И Тауэрский мост. Вот здесь слева это Тауэр Бридж. Это вот целая коллекция. И я как раз у меня какая-то традиция уже появилась перед Новым годом собирать из конструктора какие-то здания. Мне вечерами, когда уже на улице холодно, лишний раз не хочется никуда не уходить, я вот занимаюсь конструктором Лего, что-то строю. Да, очень-очень приятно, Сергей. Это прям большущий-большущий сюрприз для меня, что ты нашел такой конструктор. Потому что я его искал и не мог найти. Я в шоке. Следующий подарок — это номер 8. Здесь уже. Это шоу. Это типа такая сумочка. Сумочка банан, да? В народе так говорится, банан. Я как раз люблю вот такие сумки. С ними очень удобно ходить гулять. То есть здесь много кармашков. Да, здесь, о, просто здесь и разделение. Здесь несколько кармашков внутри. Это бренд, называется The North Face. Ни разу ничего не покупал у данного бренда. Вот как раз буду пользоваться. У меня такой банан уже вот примерно такой же формы, только другой марки. Я уже им пользуюсь, наверное, с 2018 года. Ему уже 8 лет этому. И так что Сергей уже увидел, что он уже немножко отцвел, уже и краска не такая. Вот, 8 лет я с ним уже хожу, и мне он нравится, но уже он такой стал уже блеклый, очень хорошего качества, кстати, там нитки никакие не вылазят, ничего не порвалось, не поцарапалось. И думаю, этот тоже банан не прослужит очень долгое время. Ой. Ну и стиль, я как раз люблю такое черное, что-то синее, как раз тоже под мой стайл подойдет. Так, следующий пакетик. Спасибо большое, Сергей, за такую сумочку. Девятый. Здесь девятая. Какая-то коробочка. Я уже вижу коробку. И это Пакрабан. Ничего себе. Это вот как раз тоже какой-то сюрприз. Я не знаю, что это за аромат Пакрабан. И вообще редко как-то к ним подхожу. Это Fabulous Me, он называется. Коробка Пакрабан. Давайте ее распакуем. А здесь 62 миллилитра. 62 миллилитра. Вот почему не 60? Или 65? Именно 62. Эти как бы... Наверное, это коллекция таких, у них есть флакончики, они в каких-то таких, знаете, флаконы, как здесь открывается. Открывается коробка. И такой вкладыш, тоже от Пакарабан. Давайте посмотрим. Что здесь? О, здесь прям целая брошюра, целый плакат. Целый плакат от этих ароматов.
Да, и вот эта целая коллекция вот в этих таких флаконах, они такие как будто резиновые, что ли, флакончики, они такие прям резина, как будто резина, и с этой стороны изображен кто-то, чья-то голова, именно по карабану, может быть. Вот, этот аромат называется Fabulous Me, и здесь, получается, заявлены ноты Pumpkin, зеленые ноты, ваниль и сандал. Почему Сергей решил мне подарить, я не помню. Я что-то говорил про этот аромат. Это какой-то прям интересный, необычный подарок, необычный выбор для подарка. Вот так вот выглядит флакончик, как я говорю. Это вообще не стекло, это как будто какая-то резина. Тоже как стайл киберпанка какой-то. Вот такой. Приятный на ощупь. Необычной формы. Ничем не пахнет. Ну что? Какой-то интересный прям распылитель. Прям слышно, как какая-то такая фляжка. Это сладко, да. Это очень много ванили. Здесь, естественно, памкин, это тыква. Слышно тыква. Если вот с тыквой ароматом Like This от Eldo сравнить, совсем разное. Тоже очень-очень сладкий аромат. Слышу сандал. Тоже он придает такой теплоты, такой немного пряности этому аромату. И вот сам флакончик, он такой оранжево-серого металлического цвета. Я так понимаю, это вот на тему тыквы. Интересно будет посмотреть, как он раскроется на коже. Какой он будет на коже. Вот. И ставлю его вот так. Тоже буду изучать. Интересно узнать потом Сергея, почему именно этот аромат Сергей выбрал для подарка именно из-за тыквы. Я недавно просто говорил, что мне нравится аромат Like This от Eldo. Может быть, из-за этого. Следующий аромат и подарок, то есть подарок. 10-й номер. Такой вот он уже зимний, новогодний, со снегом, с блестками. Красивый пакетик такой. Вообще я люблю уже, у меня в ноябре день рождения, и обычно на мой день рождения выпадает снег, очень много бывает сугробов. И всегда очень разная погода на мой день рождения. Обычно это уже такой месяц, ноябрь, это уже какая-то граница между зимой и осенью. Обычно это уже или морозы, снег, или еще пока что такая осень, когда еще нет морозов, сухо, нету снега. Такая вот, знаете, пограничное состояние, переход осени в зиму. Вот. А это получается что-то теплое. Это получается, наверное, это водолазка. Да, это водолазка. Такая. Шеи как раз. Это вот на то, что я сейчас и говорил. На холодное время года. Это водолазка, которая защищает горло от ветра холодного. Вообще водолазка это идеальная одежда на зиму для любого вообще человека. Это такой классический стиль. С водолазкой можно пойти куда угодно, и на работу, и в офис, и на учебу, и там, и на день рождения, и в гости. Это вот такой универсальный вариант одежды. Красивый цвет. Это цвет такой, я бы сказал, даже не знаю, что за цвет. Фиолетово, даже не фиолетово, а вишневый. Темно-вишневый такой, да? Напишите, пожалуйста, в комментариях, что это за цвет. Я не знаю, как называть такой цвет одежды. Будет мне интересно узнать и почитать. Спасибо большое, Сергей, за водолазочку. Очень-очень практичный подарок. Дальше, 11-й. 11-й пакетик, он такой уже клетчатый.
в клетчатом пакете. Здесь что-то интересное. О, это получается какой-то аромат Globetrotter от Maison Francis Courjean. Ну что, это что-то, какая-то новинка, что ли? Я что-то не слышал про этот аромат, ничего. Что же это может быть? Globetrotter. Вообще ароматы от Франциско Курджана мне нравятся. Особенно Grand Soir. Их удовая линейка, она вообще шедевральная. Считаю, просто произведение парфюмерного искусства. И вот здесь вот такой флакончик, как зажигалка, выглядит такая золотистая. А, так, а, это гофра, что ли? Это гофра? Это даже не аромат, это гофра. Я уже подумал, что это какой-то аромат. Он на магните. Это как раз кейс подойдет под удвую линейку, которая есть в наличии, в коллекции. Прикольный такой звук, она магнитная. И к этому такой мешочек тоже. И он, кстати, сочетается с цветом вот водолазки. Примерно они похожи. По... Только немножко так... это более такой красный, а это более такой фиолетово-синий, да, более темный. Прикольно. Прикольное сочетание получилось. Я думаю, Сергей не знал, что здесь такой мешочек, такого может быть цвет. Может быть, и знал. Ну что, это какой аромат? Вот эта тыква, она... Ну, так ваниль осталась, именно вот эта тыквенность. Ну и такая древесность, база здесь такая древесная, интересная. А, такой осенний аромат, вот на Хэллоуин, на октябрь, когда вот все в этом холодном погоде, в этом холодном октябре и ноябре хотят согреться, это вот идеальная... идеальный выбор, идеальное решение купить вот такой тыквенный аромат, нанести на себя. Вот, это тыква и ваниль. Это вот такое хэллоуинское настроение. Так, и получается, это уже последний, 12-й пакетик. И, наверное, он будет особенный. И здесь, вот это как раз-таки уже... Travel набор от Франциско Курджана. И здесь 8 ароматов. 8 ароматов. Называется этот набор Le Vestiaire Olfactive The Fragrance Wardrobe. О, да, это надо будет познакомиться и сделать в будущем. Возможно, с Сергеем вместе обзор на эти ароматы. Я бы даже и хотел бы настоять, чтобы Сергей вместе снял обзор на эти ароматы. На Франциско Курджана мы уже делали обзор вот этой удовой линейки. У них там еще какие-то ароматы мы обозревали. Это было уже 2 года назад, и я все названия ароматов не помню. А это вот что-то новое. Здесь новинка, я вижу, 724. А, вот Gentle Fluidity Gold, Baccarat Rouge 540. Давайте откроем этот, посмотрим, как вообще он выглядит. Отличается ли от предыдущих наборов? Коробочка такая классическая, белая. Надо открыть осторожно, чтобы здесь ничего не повредить. Вот такая коробка. О, из нее уже пахнет. Есть такой вкладыш с ароматами, которые здесь в этой коробке присутствуют, я так понимаю. Вот так выглядят их полноразмерные флакончики. И вот
сами ароматы, само богатство этих наборов от Франциско Куджана. А, да, с некоторыми я уже знаком, особенно с Бакаро Руж. Я вообще люблю Бакаро Руж. Там уже на флакончике маленьком осталось на донышке, и вот как раз-таки отлично то, что Сергей подарил этот набор. Буду дальше пользоваться и радоваться. Так, надеюсь, ничего не разбилось. Они, конечно, здесь не очень так хорошо были вставлены. Ну, один аромат упал, я уже его подберу. Ну, не разбился, я вижу. Уже подберу в конце, когда закончу это видео. Сергею большое спасибо за столько подарков. То, что все ароматы, все подарки оказались сюрпризами для меня. Мне сложно даже подобрать слова, потому что я в таком шоке. То, что окружает столько подарков. Друзья, если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайки, подпишитесь на наш канал. Это видео я снял в свой день рождения, свой юбилей. Хотел поделиться своими радостями, своими впечатлениями и запомнить свои вот эти моменты. Всем спасибо, всем хочу пожелать также путешествия, побольше путешествия, больше радуйте себя, своих рядом родных и близких людей. С вами был Слава, всем goodbye.